Что главная задача этих пузатой мафии, она распространилась по всей Украине, была закупка в три раза дороже, в два раза дороже, чтобы сразу взять деньги, а потом хоть трава не расти. Продолжайте душить этих тварей, потому что они наживались последние 20 лет на теле Украины. Приветствую вас, друзья! Осторожно, медицинская мафия. Разгорелся бешеный скандал. Идут огромные нападки на Ульяну Супрун. Вы знаете, что она является исполняющим обязанности министра здравоохранения, и ей сегодня приписываются все беды, которые происходят в Украине в здравоохранении. На нее ополчили все телевизоры, огромное количество политических деятелей, и все хотят одного, чтобы Супрун ушла. Разгорелось оскорбление Супрун. И мне стало интересно, я решил разобраться, что же происходит с Ульяной Супрун и почему на нее так напали. Всі олігархічні СМІ. Це, це що за єва Ну я з москалем солідарний, Читайте, що це новий хештег. Тому я просто вимагаю поставити в Верховну Раду це питання, обговорити його, викликати міністра охорони здоров'я і, нарешті, поставити на голосування її звільнення. Так, через коліна цей протягнули цей законопроект. Уже два года она благополучно, на мой взгляд, уничтожает украинский народ. Цего тижня профильный комитет Верховной Рады закликал звильнити коревницю МОЗ Ульяну Супрун. Не до министра здравоохранения. Люди, но ну мы недостойны такого, чтобы эти шизофреники нами управляли. Меня интересует, как этого нездорового человека могли назначить на этот должность. Американская ставленница госпожа Ульяна Супрун. Для меня это, прежде всего, реформа. Не иначе звучит, как реформа-катастрофа. Финансование лечения онкохворых. Свечек про тещу смертельно хворы сами керівницство Министерства охраны здоровья. Обратите внимание, накинулись как собаки. А, а, а! Как бешеные собаки. И знаете почему? Потому что супрун, судя по всему, делает что-то хорошее для Украины. Она избавляет нас от медицинской мафии. И эти люди, которые... На нее нападают. Все объединены каким-то общим ореолом. Поэтому мы попытаемся разобраться, кто эти люди, которые оскорбляют супрун и сеют раздор в обществе. Медицинская мафия. Это тетя Ахметова Бахтеева. Долгие годы очень заботятся о здравоохранении. Это фракция Лешко. Народный депутат, вид фракции Олега Лешка. Радикальная партия Олега Лешка. И его ожесточенная критика Супрун. А надо сказать, что он перешел буквально в карман Ахметова. Это оппозиционный блок с их потребностями и хотелками, потому что они всегда питались медицинских препаратов. Дело в том, что все эти люди участвовали в закупках или продаже медлекарств. Они пользовали наше государство, пользовали медицинские учреждения. Многие из них были главврачами, многие из них участвовали в госзакупках, многие из них и есть медицинская мафия. И вот эта медицинская мафия через принадлежащие им средства массовой информации накинулись на Супрун и распространяют мифы. Поэтому рассмотрим поподробнее, кто есть Ульяна Супрун. Ведь они говорят о том, что она безграмотная, у нее нет образования, неизвестно откуда взялась. Открываем Википедию и смотрим, кто такая Ульяна Супрун. И выясняется, что у нее есть и образование, у нее есть и опыт работы. И сейчас она, судя по всему, делает что-то очень полезное. Избавляет нас об этой бешеных собак медицинской мафии, в которую входят вот эти вот люди. Это практически им спасена жизнь. Практически они могут быть здоровыми. Практически эти потом взрослыми становясь, они обязательно будут иметь полноценные семьи и детей. Стоит такая страшно дорого одетая тетя Ахметова-Бахтеева. Рядом с ней стоит другая дорого одетая девушка из фракции Лешко. Рядом бегает... Богомолец встревожена, потому что она тоже относится к золотым помидорам детям высокопоставленных родителей, которые по наследству достались многие вещи от медицины. Вдалеке мелькают другие казнокрады последних 20 лет. И все они приехали на выездное собрание изобличать супрун. И главная задача, чтобы медицинская реформа не шла – Потому что медицинская реформа супрун, безусловно, наносит вред прежде всего мафии, полностью уничтожая ее в медицине. Мое личное мнение, что и эта медицинская реформа ни к чему не приведет. Потому что эта медицинская реформа нас продвинет вперед. Мы избавимся от части, только от части медицинской мафии. А настоящая медицинская реформа может быть только в богатом обществе где достаточно у людей денег, чтобы платить за медицинские услуги. Когда человек может выбирать учи, лечиться ему в Киеве, или в Берлине, или в Америке, или в Израиле, когда у него есть деньги. И настоящая медицинская реформа начнется с безналогового рая, когда у граждан Украины будут появляться деньги. А пока, к сожалению, наши граждане Украины будут оболванивать наши каналы, наши ютубы, наши политические деятели которые объединены одной по поводу Ульяны Супрун ненавистью к тем реформам, которые она проводит. Значит, Ульяна Супрун делает что-то хорошее, поэтому не слушайте телевизор, думайте наоборот. Телевизор всегда врет, потому что он действует в угоду кому? медицинской мафии на сегодняшний день. Присоединяйтесь к партии 5.10 и стройте налоговый рай, чтобы у нас была настоящая медицинская реформа. А пока, Ульяна Супрун, продолжайте душить этих тварей, потому что они наживались последние 20 лет на теле Украины. Я прекрасно помню, как сын Богатыревой здесь, когда она была министром здравоохранения, буквально в ресторанах в Печерском квартале, вел прием вот таких пузатых дядек, которые приезжали, давали ему какие-то бумажки, он их так серьезно рассматривал, а потом нес мамочки, чтобы производились закупки, чтобы она как министр разрешала делать эти закупки. И подвалы наших медицинских учреждений были забиты этим оборудованием, и им никто не пользовался, потому что главная задача этих пузатой мафии, она распространилась по всей Украине, была закупка. В три раза дороже, в два раза дороже, чтобы сразу взять деньги, а потом хоть трава не расти. Гори все ясным пламенем, главное нажиться. Через сынка Богатыревой именно так и наживались. Где сейчас Богатырева, подружка этой самой Бахтеевой? В бегах с деньгами? Может быть, даже уже фамилию сменила? Но помните, это все отпрыски той самой Богатыревой. Это все они бегают, она их тогда покрывала. Поэтому с медицинской мафией бороться сложно. И самое главное. И спасибо, что нам посадили Супрун, потому что подкупить, судя по всему, они ее не могут. Поэтому они ополчили на нее собственные телевидения и собственных политиков. Помните, что Лешко собственность Ахметова, а тетя Ахметова Бахтеева тоже его собственность как депутат и всегда будет отсматривать интересы всей медицинской мафии, а лгать своим гражданам. Поэтому это видео в поддержку Ульяны Супрун. А вы присоединяйтесь к нашему строительству налогового рая в Украине. А пока все только начинается.